Всем добрый день, добрый день. У нас сегодня на улице, я не знаю, на телефоне написано или +2, или -2. Ну, прям весна. Горло у меня нормально, ну, чуть-чуть болит. Температуры нету, но состояние такое непонятное. Я вчера целый день лежала. Я то засну, то проснусь. Температуры нету. Воды целый день пила и парацетамол. Спасибо всем, кто мне звонил вчера, писал сообщения. Моим подписчикам всем спасибо, что интересуетесь, как здоровье мое. Вот. Николаю Сергеевичу с Москвы, ветврачу, спасибо тебе. Он целый день почти мне писал, что надо принимать. Я ничего не принимаю, кроме парацетамола. У меня ангина хроническая. Уже давно, то в том году была, в этом году вот первый раз. Я всегда парацетамол принимаю. Вот. Потом девки мне с ТикТока там одна писала. У нее тоже хроническая, какую-то пшикалку она покупает, ей помогает. Ничего мне это не надо, спасибо. Конечно, мне в ТикТоке много пишут. Вот, здоровье. Спасибо, погода такая хорошая. Сейчас я иду по делам. Деловая женщина. Ну, на улице весна, все. Все видно, что весна. Маску снимать я не буду. Я сейчас в РНТВ смотрела. Вот и про ангину говорили там, и про этот грипп. Кто где чихает, надо дыхание свое. Вообще не буду маску снимать. Нахер. Сейчас все опасно. Да я и не снимала маску. Я везде с маской хожу и не снимаю ее. Руки мою я после улицы. Ой, погода хорошая, ребят. Погода вообще отличная. Все, приду, покажу, ребят. Выйду сегодня в эфир я. Ой, состояние непонятное какое-то. Ерунда. Кости не ломят, ничего. Ну, непонятное состояние. Горло чуть-чуть болит. Ну, как будто там почесаться хочется. Ладно, давайте, ребят. Да ладно, хватит гавкать.